Я сейчас под курганом, в 20 километрах от него, в летном центре Логовушка. Приехали сюда со знакомыми, которые хотят нам кое-что показать. Ну что, Славка, как ощущения перед полетом? Пока в предвкушении. Ну интересно, да? Я летал, конечно, на маленьком самолете, но он был с 17 местными, с 3 пилотами, но это как маршрутка была, а здесь-то прям... Сели. Вау, на земле лучше. Ну как-то поувереннее, да, сейчас. Слушай, офигенно. Спасибо, это было прекрасно. Особенно горки. Да, горки просто. Сегодня одна курганская компания проводит нам вот такую гостевую встречу с полетами на их самолетах, с их аэродрома. И в целом это на самом деле мой первый такой опыт полета на настолько малом самолете. Это Cessna, четырехместный самолет, самый популярный маленький самолет в мире. Здесь целая эскадрилья их. Мы взлетели на 400 метров. Покружились в радиусе 5 километров от взлетно-посадочной полосы, выполнили фигуры, типа горка, резкий спуск. Ну, в общем, какие-то такие базовые фигуры, но это прекрасное ощущение, очень круто. Что это такое, Леш? Кроп. Одноместный самолетик. И можно летать. А где такой набор взять? В Америке. Американцы производят.
То есть в ты Россию буквально у себя в гараже собираешь это как лего. Да. И взлетаешь. И летаешь. А его не надо регистрировать. Собрал, сел и полетел. Сколько он весит? До 115 килограмм. Обалдеть. Вот. Замечательно. Сколько сил? 23. 23, да. Ну там вариантов двигателя много достаточно. Там до 60, до 60 сил стоит. А сколько? Какой вес пилота должен быть? Сколько поднимет, я не знаю. Ну, 100 килограмм. Максима поднимет 23 лошади? Поднимет, поднимет. Два Максима. Смотрите размах, какой площадь палатка. То есть он очень летучий. Да, он очень летучий. У него размах, вот Cessna 11 метров размах. А здесь получается, мы считали, мы с вами посчитали, 8. Вот при таком весе, при таком как бы вот этой конструкции со всеми этими делами, то есть Cessna 11, представляете, вот здесь 8. А сколько стоит такая игрушка? 15 тысяч долларов. Да. То есть миллион рублей. Ну там миллион с копейками. Ну да. А сколько хранить ее стоит, содержать? Да, содержать, что ее содержать? Надо вот купить. На улице не стоит. Ага. А так топливо 95. А масло автомобиля. Какой расход? 91, 92. Получается вот это вот, ну, грубо говоря, 20 литров на час. Угу. Шикарно. А скорость какая у него? Ну вот у него прописано 110, 120 он бежит. Угу. Летит, имеется в виду. Причем как бы напрягаясь. А взлетная? В зависимости от погоды же, в общем-то. Он уже, по большому счету, он уже на 20 начинает отрываться. На 20 уже? Да, но дело в том, что это... То есть его реально с горки подтолкни, он уже полетел. Но этого делать нельзя, мы не управляем. То есть не менее 40-50 км в час, тогда его можно уже... Обалдеть. А то он на 20 уже начинает, он начинает как-то убасть. Но он более неэффективный, поэтому этого делать не надо. Ребята, заходите на сайт Aerolite 103 и заказывайте себе такой из Америки. 15 тысяч долларов, и он ваш. Ну, только найдите, где хранить его. Ну, какой-то ангар нужен, на улице не стоит его хранить. А так он что, пластиковая игрушка. Прекрасная штука. Особенно то, что не требует никакого обслуживания. И дешевая в эксплуатации. Да супер, супер. Это просто вот выходной день сесть и пролететь, получить удовольствие.